Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я работаю поваром на санатории «Живой источник». И сегодня я вам предлагаю приготовить одно из блюд, которое мы готовим в санатории. Это картофельный хлеб. Для приготовления картофельного хлеба нам понадобится это картофель, лук, мука, соль, сахар, дрожжи, базилик и масло растительное, и немного воды. Будем готовить опару. Для приготовления опары мы берем емкость, наливаем воду. В воде нужно растворить дрожжи. Обратите внимание на то, что вода для приготовления хлеба должна быть теплой, не горячей, не холодной, но теплой, так как дрожжи – это живые микроорганизмы, и наша опара должна взойти в теплой среде. Мы добавляем сахар для питания дрожжей и муку. Муку для того, чтобы была среда, для того, чтобы наша опара подошла. Все мы тщательно перемешиваем. И нашу опару нам нужно поставить также в теплое место. Обычно у хозяек это возле батареи или возле плиты. Можно опару также накрыть влажным полотенцем, так как дрожжи любят тепло и влагу. Опару мы оставляем примерно на 20-30 минут. Готовность опары мы проверяем таким образом. Сверху опары должна подняться такая шапочка. Это значит, наши дрожжи уже хорошо работают и готовы к тому, чтобы мы продолжали замешивать тесто. Вот представьте, что 20-30 минут у нас прошли, и дрожжи наши поднялись. Далее мы продолжаем с вами замешивать тесто. Уже подошедшую опару мы вводим в емкость, где мы будем замешивать тесто. И будем выкладывать следующие ингредиенты. Для приготовления картофельного хлеба нам понадобится 2 стакана картофеля. Картофель мы предварительно отварим и приготовим из него пюре. Вот как вы видите. Далее нам понадобится лук, который мы спассируем. Спассируем с добавлением масла и базилика. Вот как раз мы сейчас это и сделаем. Мы включаем плиту. Добавляем немного воды. Как мы говорили в прошлых передачах, о том, что прием пассирования с небольшим количеством воды – это диетический прием, который позволяет нашим овощам оставаться наиболее питательными, хрустящими, и в то же время не накапливаются канцерогены. Где-то 5 минут. 5 минут мы пассируем с водичкой. Лук придает картофельному хлебу приятный луковый аромат. Через 5 минут мы добавляем растительное масло. И базилик. Базилик, он также придает картофельному хлебу приятный аромат. И более того, базилик, он очень полезен для пищеварения. Еще 5 минут мы подождем,
чтобы наш лук спассировался. Пока пассируется наш лук, мы продолжим замес теста. В нашу готовую опару мы вводим картофельное пюре, которое мы предварительно приготовили. Здесь очень важно, чтобы картофель мы хорошо размешали. Хорошо размешали с опарой, чтобы не было никаких комочков. Вот мы хорошо перемешали. Далее добавляем соль. Также хорошо все перемешиваем. Картофельный хлеб – очень интересный рецепт. Он получается всегда нежным, мягким, ароматным. И гостям очень нравится в нашем санатории. Картофельный хлеб также, этот рецепт можно использовать для приготовления основы для пиццы. И пицца будет у вас всегда получаться очень нежная и ароматная. Наш лучок готов. Наш лучок готов. И мы добавляем его в наше тесто. Дальше мы продолжаем замес уже с добавлением муки. Вот. Очень важно хорошо перемешать. Хорошо перемешать, чтобы была консистенция однородная. Можно не смущаться, если муки не хватает. Тесто любит, когда муку подмешивают. И правильная консистенция теста – это когда тесто не прилипает к рукам. Вот нам нужно немножко подмешать. Когда уже нет возможности вымешивать при помощи ложки, вы можете не смущаться и перемешивать, помогая рукой. Я очень люблю вымешивать руками, так как чувствуется консистенция теста. И вообще тесто любит, когда с ним работают руками. Процесс вымешивания теста может занять до 5 минут. Поэтому вы не смущайтесь, вымешивайте его, чтобы консистенция была однородная. Наше тесто готово, и нам его необходимо накрыть влажной салфеточкой и убрать в теплое место на 1,5-2 часа. Через положенное время мы наше тесто берем, формируем в булочке, либо в большой хлеб нужной формы, желаемой формы, и выкладываем на противень, либо, может быть, формы в какие-то специальные для хлеба. И выпекаем наш хлеб при температуре 180 градусов полчаса. Через полчаса у нас получается вот такой хлеб. Приятного аппетита! Картофельный хлеб. Поставить опару. Для этого соединить 250 мл теплой воды, 25 граммов хлебопекарных дрожжей, столовую ложку сахара
и 3 столовые ложки муки. Перемешать. Дать постоять 20-30 минут в теплом месте. 2 луковицы мелко нарезать и пассеровать с добавлением 100 мл растительного масла и столовой ложки сухого базилика. Затем в опару добавить 2 стакана картофельного пюре, столовую ложку соли, пассерованный лук, 750 граммов муки и замесить тесто. Накрыть и дать постоять в теплом месте около 2 часов. Затем сформировать изделие и выпекать при температуре 180 градусов около 30 минут. К хлебу очень хорошо подать паштет. И следующий наш рецепт будет паштет из семечек. Для приготовления паштета нам понадобятся семечки подсолнечника, лук, масло растительное, суповая приправа универсальная, соль, томатная паста и зелень базилика. Мы приготовим луковое пассате. Для этого нам нужно с вами включить огонь и приготовить лук. Ранее я вам говорила о том, как готовится лук диетическим приемом, как мы готовим в санатории. Мы добавляем небольшое количество воды и на разогретую сковороду выкладываем мелко порезанный лук. Вот мы его уже порезали заранее, вот так вот мелко, кубиками. Выкладываем на разогретую сковороду. Минут 5 он у нас протушится с водичкой. Далее мы добавим с вами растительное масло и остальные ингредиенты. Это суповая приправа универсальная, томатная паста, которая придаст цвет нашему паштету. И базилик. Суповая приправа и базилик придадут нашему паштету приятный аромат. При желании можно добавить еще чеснок. Это также будет дополнительный аромат к нашему паштету. И минут 5 на медленном огне лук должен немного притушиться. Вот наше пассате готово. Мы выключаем огонь. Оно немножко постоит, а мы продолжим. Мы берем наш блендер и выкладываем семечки. Семечки – это очень питательный продукт. Они богаты жирами и витамином Е. Его еще называют витамином молодости. Паштет получается очень сытным, аппетитным, и мы его всегда подаем на завтрак. Добавляем соль для вкуса и выкладываем наш пассерованный лук. Вот он такой стал у нас такого цвета интересного, яркий, ароматный, душистый, очень аппетитный. Так, мы его добавили. Теперь мы можем использовать нашего помощника и взбивать.
Вот паштет наш готов. Мы намазываем его на хлеб. Нашим гостям очень нравится этот паштет. И они всегда хотят увести с собой его рецепт. Паштет из подсолнечных семечек. Стакан очищенных подсолнечных семечек слегка подсушить. Половину луковицы мелко нарезать и пассеровать с добавлением столовой ложки растительного масла, столовой ложки универсальной приправы, столовой ложки томата и чайной ложки сухого базилика. Соединить в блендере семечки, соль и пассеровку. Взбить до однородной массы.